27 сентября школа единоборств «Шторм» открыла в Омске 9-ю уличную спортивную площадку. Она разместилась рядом с велотреком и центром единоборств. Большое спасибо Александру Шлеменко, компании «Газпромнефть», которая поддерживает его замечательные инициативы, которые делают наш город лучше. Поэтому я уверен, что и школа «Шторм» подготовит здесь очень много интересных тренировок, будет периодически их здесь проводить. Пользуйтесь, это все делается для мячей. По традиции Александр Шлеменко сделал символический удар в гонг, после чего началась презентация площадки. Знаменитые спортсмены и его команда при поддержке губернатора и компании «Газпромнефть» создали настоящий спортивный городок, оборудованный силовыми тренажерами, многоуровневыми турниками, детской игровой зоной, а также площадкой для пляжного волейбола. Сначала мы открывали площадку просто, ориентируясь на каких-то спортсменов. Потом мы стали открывать площадки, потому что очень много людей стало приходить. Да и у меня у самого сейчас уже 5 детей. Когда ты приходишь на площадку, не всегда удается детей заинтересовать игрой. То есть тебе приходится отвлекаться. Здесь, если вы посмотрите, у нас есть песочница, у нас есть качели. То есть человек может смело прийти с ребенком. Знаете, мне кажется, это наше такое... Ну, ноу-хау, можно так сказать. То, что, мне кажется, это мы только вводим вот эту вот моду. То есть именно семья на первом месте. После презентации площадки в центре единоборств состоялась открытая тренировка участников турнира SFC-5. Первой в октагон вышла Юлия Островерхова из Новосибирска. На счету спортсменки уже 4 победы в турнирах промоушена SFC. В этот раз у Юлии особый поединок – матч-реванш против Анастасии Феофановой из Калининграда. У меня есть опыт своего соревнования с ней, поэтому на фоне вот этой своей ошибки это меня очень сильно мотивирует. Именно то, что какие ошибки я допустила тогда и желание их исправить, ну, наверное, это есть самая большая мотивация. Из крутых новичков турнира отметим дебют в промоушене Абдулмуталиба Гаирбегова. Боец с рекордом в ММА 16-3 начинал свою карьеру в Омске и несколько лет тренировался вместе с Александром Шлеменко, который в этот раз выступит в главном бою SFC-5. Всего в карде турнира 12 поединков. Турнир такого уровня, где участвует Александр Шлеменко, он сам по себе обязывает карт быть достойным. Поэтому у нас очень много в Омск приехало спортсменов из Бразилии, Египта. Наши традиционные партнеры, которые приезжают в Омск для участия в соревнованиях, приезжают сильнейшие бойцы со страны, потому что поучаствовать в одном карде с таким именитым бойцом, с легендой смешанных единоборств, с Александром Шлеменко, это действительно честь, и многие этого хотят, потому что такие турниры, они собирают очень много к себе внимания, очень много просмотров, и каждый хочет прикоснуться вот к такому событию. Турнир SFC-5, который станет центральным спортивным событием празднования 200-летия Омской области, состоится 30 сентября в манеже «Красная звезда». Начало поединков в 18:00.